Черный вторник российской экономики. 16 декабря на торгах биржи курс евро превысил 100 рублей, а доллар 80. При этом доллар вырос по отношению к рублю более чем в два раза по сравнению с началом года. Представители Центробанка России пытаются найти выход из ситуации. Одной из мер стабилизации рубля стало повышение ставок Центробанка с 10,5% до 17%. Экономисты надеются, что это остановит спекулятивную волну.